Компас почти готов. Осталось лишь отстоять слепой колодец. А затем Саватун преклонит колени перед истинной королевой рифа. Одержимым нужна не только территория. Они угрожают уничтожить саму структуру нашего мира. И начнут они со слепого колодца. Нужно закрыть все разрывы, созданные одержимыми. Страж, собирай сущности одержимых. Только так мы сможем отбить их атаку. Одержимые обратились в бегство. Мне кажется, что разрывы в этой реальности постепенно начинают исчезать. Но это не последнее нападение. Мы должны быть начеку. Презренные и одержимые атакуют по очереди. Остается подивиться их сдержанности, если главный трофей — ваши внепричинные батареи. Thank you.
Когда батареи станут доступны, собери все силы и защищай тех, кто их несет. Уровень энергии стабилизировался. Компас стража снова не подвел нас. Мои корсары сообщают о повышенной активности одержимых. Забери компас и займи оборону.
страж. Но надо признать, ворон бы здесь не помешал. Он по-прежнему бесподобный стрелок. Я все слышу. Ах ты, маленький. Убирайся с моего канала и вообще помалкивай. Поздно. Дружище, ты слышал? Одна жутко сердитая женщина с ножом сказала, что ты великолепный стрелок. Лучший из всех, кого она видела. Он говорит, что ему плевать.